Это наш сад. Сейчас тут зима. В этом году, кажется, провели лепестричество. Эту хренотень построил родственник. На самом деле был шикарный маленький хороший домик, который построил дедушка. И огород был пошире, в смысле сад. И вообще тут была малина, и желтая слива, и китайка, и вообще много всего интересного. Но пришел родственник в монастырь со своими законами. Оказывается, я пальцем заслоняла видео. А где тут дырка на видео? Соседи сколотили зеленую пристройку. Это яблоня Победа. А пень от яблок, которые кислые, Антоновка. И раньше тут было 3 деревянных дедушкиных теплиц. Но все благополучно приняли ислам. И сначала вон та большая появилась, потом вот эта, а в этом году вот эта хрень. Привет тебе, Анна, из Владивостока. Вороны каркают.